Буэнос диас, перцы. Я один раз вновь возряю ваш экран, а это значит, что после некоторого перерыва мы продолжаем катать Need for Speed Most Wanted. Поэтому садитесь поудобнее, берите ништяки и поехали. Так, напомню, у нас вот эта вот рожа. Вот эта вот рожа. Так, две гонки, одно пари. Ну, естественно, сначала заезд мента. Бум. Вообще, наша задача, в первую очередь, выполнить пари и съебаться. Я не хочу уже катать эти челленджи, хуё-моё, влево-вправо. Я МБшку, кстати, тоже не захотел ставить. Бум. Соси ты хуй, животное. Первый статус. Оторвусь от них получше. Я заполучу еще одно нарушение. Фух, успел. Поехали. Блять, долбоёб. Сука, счастливые ебачинки. Так, ну пари я закрыл. Одно. Так, одно из пяти пари я... Одно из пяти я закрыл. Так, теперь давайте думать. Нам нужно еще две гонки, три пари и где-то... Хотя... Так, рейта нам надо, ну, где-то 1100. Так. 100 тысяч за каждое копуское пари. Тикетов все равно придется делать пару. Так, 265, запомнили? Так, где она там находится? Она находится на выходе. Северо-восток, внимание. Замечен гонщик нелегал. Ехал на север по 99-му шоссе. Внимание патрулям в этом районе. Впритык попал. Так. И здесь 245. Вызов принял. Сообщите номер дела, высылай информацию. Возможно, она связана с этим случаем. Здорово. Окружайте район, я его упустил. Хривидерчи, ёптись. Внимание, прикрытие. По последним данным, объект ехал на север по 99-му шоссе. Выставляем оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Ждите подробности. Да я кофе отхлебнул. Не завтракал, сразу сел за камеру.
Так, а вот камера. Нужно каким-то образом вхуюжить на ней 245. По деревне ебать, что ли? Сейчас только не труху поднакопим. Попробуем, кстати, по деревне, вдруг прокатит. Хорош, наверное, отъезжать. Не, ребят, эту камеру нереально затащить, поэтому придется катать ментов. Так, что у нас там еще за паришки есть? 28 меченых, 325 тысяч рейта, 150 тысяч ущерба. Поехали, хули делать. Короче, выполнить. Так, у нас сейчас одна из камер пройдена, правильно? Одно из нарушений закрыто. Управление сдохло. Почти догнал. Наш преследуемый куда-то девался. Мы собираемся прочесать местность. До связи. Поехали уже, блядь, заебали. Ну где еще орки? Я когда-то съебался псина. Короче, стратегия успеха какая? Едем, сносим все, что шевелится, пиздим сильно, пиздим всех. При этом не забываем метить мусоров. Я планирую догнать и заблокировать его. О, еще один. Готовченко. Диспетчер, нужна скорая. Объект потаранил машину. На связи. Объект слегка помял вам задний бампер. Вижу код 6. Начинаем погоню. Можно, в принципе, сильно не отрываться. Блять, я его вырубил. А, не, он еще один. Вот он, нахую намотан. Попробуй прижать его к обочине. Внимательно. Он на автовокзале. Подумаешь, срезал. Код 6 скрылся. Срочно организуйте поиск. Ты долбоеб. Я что-то не пойму. Оба. Внимание, проводится задержание нарушителя, код 6. Объект очень опасен, повышенная агрессивность. Экипажем не занятым на срочных вызовах, приготовиться и ждать дальнейших указаний. Работаем на спецканале. Всем участникам, огонь присвоен статус 3. Где мусор?
Ага, заметил. Молодец. Так, меченый. Поехали, нахуй. Так, надо еще к финам хлебнуть. Прикрытие будет через несколько минут. Проверяю другие каналы. Я к северу от вас. Попробую его переходить. Ой. Чуть опора дорогу не перешла. Блять, он тягает со мной на равных. Вот урод. Бам. Спать нахуй, мрази. Да, блядь, опять счетчик слетел. Ну, сука ж ты ебучая, а. Диспетчер, давайте все, что у вас есть. Он тормозит, берегись! Диспетчер, я остался один. Пришлите подкрепление. Хуяк, хуяк, у меня стояк. Ой, блядь, начинается пот. Вот теперь надо особо внимательно спалить за блоками. Так, на Сарижи. Меньше чем через минуту уродов будет 20 штук. Полетели. Всего-то 200, блядь. Заебали. Ёбаные шашлыки. Пометил, уже заебись. 12. Да сука ж ты, блядская. Пронесло. Трое. Так, 14 меченых. Мне надо пометить 28, по-моему. Как раз ровно половина. Ну, тут и половина ущерба подъехала. Ситуация накаляется. Знаю, на хвосте он не успокоится. Предлагаю отстать, пока он не начал крушить все вокруг. Не снижать скорость. Продолжать преследование. Повторяю, продолжать. Наш кадр доедился. А вот так. Сука. 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 Подтверждаю, объект задержан. Опять повязали. Ой, сука. Еще один крест на тачку, ну ебаный в рот. Самое смешное, что это у меня единственное ведро. Поэтому давайте-ка перестрахуемся. Заедем кое-куды. И возьмем себе какое-нибудь ведрище на замену. А то ж на чем мы будем катать, когда Астана отправит на штрафстоянку? У меня, кстати, родилась идея. Вы таки будете смеяться. Да, блядь, опять не ты. Да, я курю прямо за компом, и что с того?
Мурка. Так, Корвет. 90 тысяч такой стоит. Блять. Короче, у нас теперь два Aston Martin. Тормозим. Наш преследуемый куда-то девался. Мы собираемся прочесать. Классика. До связи. Внимание всем. В момент потери контакта код 6 ехал на север по Ocean Hills Drive. Оцепляем район к востоку от точки. Код 6 сохранен. Кстати, заметил забавный баг. Видели стрелочку? Стрелочки нету. То есть в момент окончания погони все мусора рядом деспаунятся. Тюнячки, естественно. Так, что у меня по деньгам? 82. Так, погоди-ка. Турбинка. Так, 54. Закись-сикась-накась. Так. Блять, многовато. Кто выкупил отсылочку, сразу въебывает лайкос. Да, зеленый явно быстрее. Кто выкупил отсылочку, сразу ебут лайкос, я повторюсь. Так, хронометраж еще 18 минут. Нормально. Поэтому поедем, заедем какую-нибудь гонушку. Чтобы не так потно было. Ну что, поехали тут прокатимся. Так, это гоночка на выебание. Что у нас тут? Бэха. СЛ 500. ЦЛК 500, по-моему. И 911, я только не пойму, какая. Турбо С вроде. Да нет, детки, это, сука, Макларен. И этот, сука, Макларен уже очень быстро шныряет. Как я его собираюсь ебать, это большой-большой вопрос. Пока что. Еще дозировать рулевое усилие на клавиатуре, это, блять, тот еще прикол. С рулем, конечно, было бы веселее.
Так, на бряке. Аккуратненько направляем ведрище. Вот что нас за фейлы с ментами преследуют? То ли я скилл растерял, то ли что. Кстати говоря, маленькая ремарочка. Блять! Короче, мне пизда, походу. Я тут начал снимать второй сезон РКП, пока не буду говорить что, как, где и почем. Естественно, блять, все направились на срезку. А я чё, лысый, что ли? Да, лысый. Раз, два, три, заново. Кто-то ударил меня сзади. Ох ты, пидорас. Насколько же они грязно едут, а? Грязные, сучки. Исключительно грязные. Уже очень быстро приходится шнырять. Так, Каррера, здорово. Обходим эту шелупонь. Пытаемся не въебаться в отбойник. Раз, два. Кто-то там меня невежливо так подвинул. Блядь, сука. Ну ёбаный насрал! Так, шансы возрастают. Опасное, сука, положение. Так, разрыв с лидером 8 ёбаных секунд. Это большущая проблема. Ладно, сейчас посмотрим, что мы сможем сделать вон с той хуйней, которая уже очень быстро летит так на низком старте. Из-за косяка. Придется очень быстро летать. Но с другой стороны, у нас там есть волшебная двухполоска, на которой они очень любят оттормаживаться, потому что очкуют въебаться в трафик. АИ в игре настроен так, что он предпочтет не попасть в аварию, чем замедлиться. То есть он не как я, допустим, будет хуярить на полном газу, вообще на похуй. Это Макларен был? Нихуйски. Так. Блять. Трогайся. Если он сейчас меня не надерет, я выйду на третий круг. Вот просто едем без права на ошибку. Так, с последних сил ускоряемся. Да, детка. И осталась ебучая Каррера, которая опять оторвалась как следует. Ладно, блядь. Иди-ка ты сюда. Блядь, я уже начинаю тяжело так дышать.
После этого заезда мне однозначно потребуется перекур. Блять. Косая. Небольшой занос на выходе из поворота, ну да ладно. Даже без всякого спидбрейкера проскочил, разрыв сократился. Притом существенно после первого чека. Наш паровоз пьет, лети. Ох ты, падла. Нет, ребятки. Я, конечно, сейчас посмотрю, но вряд ли. Меня может спасти только чудо. Если он вдруг внезапно сейчас въебется в трафик. Мы в шоколаде, но отрыв 200 метров это слишком много. Не, ребят. Второй. Фух, было очень жарко, на самом деле. Я в рот того топтал. Фух, поэтому я, наверное, чутка прервусь. Немножко обкурю этот вопрос и так далее. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого.